Доброе утро. Привет. Алина мама, завтракает. А что? Не зарядили? Вы уже должны, как будто у вас телефон, каждый вечер вспоминать, что надо заряжать. А вы утром вспоминаете. А Алинка так же заплетает, как я. Петухами. Ну, я также и не стала ее заплетать, не смогла. Я не стала ее просто переплетать. Да? Алишенька, надо что-то тебе с челкой делать. Тома, давай поглажу кофту. Нет. Ну, будет холодно. Я все кофту ее постирала, достала это, надо ее погладить. Дариночка. Всем привет. Сегодня в платье решила пойти в маленьком. Жень, ты где? Том. У Томочки сегодня осенний бал. Да. Сейчас папа всех развезет, приедет за мной. И мы поедем на осенний бал. Пап, я не поеду с вами. Потому что мне надо позавтракать. Укол поставить и это. Надо погладить ей эту кофту. Том, давай поглажу. Наконец-то, блин, нашлась. Что ты там искала? А, зарядку свою. Женя сегодня в брючках. Соня, ты теплые носки одела? Да. Или тоненькие это? Ну, тоненькие, потому что у меня колготки теплые. Теплые у меня колготки. Соня, сними, пожалуйста, носки, одень теплые. Тома тоже двое носков. Потому что... У меня тоже двое носков. Потому что обувь тонкая. У меня уже праздник, сказали вечером. Ну, праздник сегодня. Время у нас есть. Сегодня мы с Томой прям ночью встали, да, Том? Смеялись. Женя нам кошмарный свой сон рассказывала. Ох, мы смеялись. Да? Валялись на Женином... На Жениной кровати втроем. Я, Тома и Женя. Меня там чуть не задавили. Что-то мы встали где-то без 10, наверное, 7. А все спали. Пошли к Женьке. Да? Пошли к Женьке мы. Ладно, будем собираться. Да? Картошечку и отнести сюда в корзинку. И встать в конец колонки. Хорошо? Да!
нести. Все, закончился осенний бал. Некоторые дети плачут. Моя, слава богу, нет. Я говорю, кто хочет, чтобы кто пришел? Мама или пап? Мама вечером. Ну, вроде как побежала в группу. У нас дождь идет. И ну раз не знаешь, уж лучше бы снег лег или вот это вот слякоть. Хорошо нам нужна для природы. Ну да, да. Земля, чтобы не путалась водой. Угу. То бывает прям на сухую землю снег ложится, тоже плохо. Очередные наши покупки. Мы вообще каждый день ездим в магазин. Завтра выходной, поэтому купила я хлеб еще один, хотя Вася утром покупал. Вчера сыр не купила, так Алина так расстроилась вся. Мам, что ж вы сыр не купили? Вот купила я сыр, это настоящий сыр, он стоит 540 рублей. Называется царский. Взяла я колбаску какая-то вкусная, написано было, с жиринками. Ну, надеюсь, съедим. Блин, издалека не заметил, что там жиринки. Взяла бананы, хотя у меня всяких-всяких фруктов навалом. Но они вчера, давай бананы друг у друга тут просить, дай мне. Там оставалось у меня 3 банана. В общем, купила я еще бананы. Привезли молоко, не успели разобрать. Вот наше 25-10. То ли утреннее, то ли, скорее всего, вечернее молоко, свежее. И купила я голени. Я хочу сделать запеканку овощную. Посуду еще не мыла, мы как утром завтракали, стоит вся посуда, потому что мы были на утреннике, а потом поехали сразу за продуктами. Хотела еще капусту купить, что-то нету капусты, хотя у нас люди продают, надо у людей купить. Посолить хочу 2 баночки 3-литровые. Едем мы от нашего педиатра, были у окулиста. Должна была я сегодня подписать все документы на то, чтобы Сашу везти на операцию во вторник. И сегодня мы узнаем, наша медсестра говорит, что у нас в классе карантин. Мальчик Роман заболел ветрянкой. Все у нас отменяется. Все готово, все анализы, все бумажки, все заключения. Все подписали. Вот уже все буквально. И тут медсестра вспоминает, что начался карантин. За Женей, за Женей. Поехали мы, Женю. Потом, ну давай, давай. Мы на почту. Нам пришел Василек любимый. Сейчас мы это будем получать. В общем, хочу сказать, что сегодня где-то 3:30 я буду звонить. И скажу, что пока операция откладывается, насколько непонятно. Потому что вот сейчас 16 дней у нас карантин, а если кто-то еще заболеет, значит еще больше будет карантин. Пока все, никакой операции на глаза не будет. Ну, я уже говорила, что я вообще не расстраиваюсь. Значит, не надо. Значит, не надо, что вот так вот получилось, что ребенок заболел и начался карантин. Хотя говорю, что у нас все готово. Ну, ладно. Забрали мы девчонок пораньше. Ну, Саша-то вы знаете, что мы забрали. Хотели мы оформиться в Красноярск. Ну, ладно. А, кстати, я позвонила, чтобы отменить, ну, как бы операцию, что мне сказали. Вот от сегодняшнего дня, ну, отсчитывайте, врачи посчитали 16 дней. И еще в Красноярске, красноярские врачи сказали, после того, как закончится карантин, вот 16 дней, они сказали, посчитайте еще 3 недели, и только после этого, пап, слышь, только после этого звоните, и они нам назначат дату, когда ехать. Короче, да, да, многие анализы у нас пропадут, но гепатит и СПИД, срок годности у них 3 месяца, так что ничего страшного. Мы получили, ну, все уже знают, что мы получаем сейчас блогеры, получают зарплату ютубовскую, и мы разорились и купили, конечно, мы не разорились, купили мясорубку. Папочка, покажи, пожалуйста, какую.
вот такую мясорубку. Нам еще, конечно, предлагали, знаете, какую? Шинковкой. Но у меня есть кухонный комбайн. Мы им редко пользуемся, но он у нас есть. Мы купили мясорубку. Там, конечно, она, мой кухонный комбайн, не мясорубки в нем нет. Поэтому мы купили мясорубку. Мясорубка Polaris. На ней написано, сделано в России. Вот. Вот такая черненькая, как я люблю. Их, кстати, только сегодня привезли. Ну, может, не сегодня, но привезли буквально вот. Может, сегодня, может, вчера. Алишенька пришла со школы. Уже. А что без хлеба кушаешь? Не хочу. Ну, сильно длинная челка, я Алиночке говорю, закались. Саша, пожалуйста, выключи мою комнату. Алина такая смешная. Может, сходим подстригемся? В общем, у меня сегодня запеканка. Обычная, как я всегда делаю. И замочила я тут хлеб. Нету у меня батона. Хочу сделать котлеты. И еще у меня много-много картошки тушеной есть. Вот. У нас сейчас, в общем, фарш у нас есть, но он мне не нравится. Его надо еще раз перекрутить. Надо помыть, прежде чем фарш крутить. О, видите, какой красивый. Доченьки, раздевайтесь, мойте руки. Дариночка, скажи всем привет. Всем привет. Ты еще не успела переодеться? Покушай тоже. Дети, кушать будете? Угу. Мне чурзапеканку с мясом. Ну, естественно. Чурзапеканку с мясом. Ну все. Надо помыть. Да, надо помыть и прокрутить. Я сейчас котлеты буду жарить. Потом и рано еще. Время получил. 3:30 только. Ой, у нас цвет такой красный. Хорошая нынче запеканка у меня получилась, да? Ой, вообще офигенская. Я сама сейчас съела. Там только овощи и курица. И курица такая нежная. Картошка. Две луковицы большие. 4 маленькие морковки. Ну и все. И перец наш домашний, замороженный. У вас опять сегодня давление, что ли, говорю? Прям голова болит. Ой, папку надо подстригать весь оброс. У него, видите, он как начинает обрастать, тут такой клинышек сразу растет. И кот тут ходит. Я сейчас буду котлеты жарить. В общем, помыли мы и перекрутили фарш. Мы сначала крутили старым нашим, старой мясорубкой. И не нравится мне. Надо было ее на 2 раза, наверное, перекрутить. Я вот хлеб замачивала и в зале тоже перекрутили. Сейчас я это все помою и на печку положу, пускай сохнет. И котлеты нажарю. Вот я запеканку сделала, мы съели уже всю. Это сейчас собакам отдадим. Том и только осталось, все. Хотя у нас еще есть дети. Картошка тушеная вчерашняя, тоже вкусная. Ну, я сейчас котлет наделаю, если что-то, котлеты с хлебушком на ужин. И все, красота, да, дети? Ну все, приятного аппетита вам. Спасибо. Все, нажарила я котлеты. Вот такие у меня они получились. Очень вкусные, сочные. Дети яблоки тут уже доедают, молодцы. Тома поковыряла, сказала, я больше не хочу. Папа тут заливают. Да. Запеканка кончилась. Сушили-сушили мы на улице. В общем, все занесли домой. Не сохнет там ничего. И Вася говорит, мне убирайте, я буду там раствор делать. В общем, когда он начинает месить, и цемент... В общем, раздувается везде. Занесли. Я вот все куртки постирала. Все высохнет и надо будет убрать их до следующего сезона. Вот мы уже много раз, ну, многие пишут, что сделайте печь. Да, Вася, там надо все ему подделать, все никак. Ну, на днях. На днях мы займемся печью, подмажем ее и побелим. Вот здесь вот уже тоже Вася подмазывал, тут вот треснуло было, заливает все. Потом надо будет еще железку сюда прибить. Да, пап? Ну, вот так вот. Сейчас вот, пока на улице была плюсовая погода, можно было раствор замесить. Сейчас у нас пошел снег, но еще плюс 5 даже обещают. Будет плюс 5. Да, надо будет помыть на веранде. Уже 150 миллионов раз мыло-мыло и все равно. Ну как вот тут?
Хоть замойся, Вася, он таскает все. На улице не подмерзшая, а грязно. Коты тут спят. Вон девчонки яблоки погрызли, бросили. У девчонок тут трагедия. Портфолио мы заполняли с детьми. Ой, как в глаза бьет. И попутали. Так, ты что делаешь? Саня, я разве разрешала? Доча! Девчонки попутали. В общем, получается, Женину раскрасила Саша. Саша раскрашивает очень быстро. И вот видите, как она раскрашивает? Неаккуратно. Да, и вот так вот раскрашивает Женя. И они тут обе плачут. Сашенька, пожалуйста, ничего не стирай. Карандаш не сотрется. Плакать надо Жене, а не тебе. В общем, вот так вот. Мы сейчас будем продолжать заполнять портфолио. На залине выходит. Где? Ох, Санька, Санька. Ох, как раскрашивает. Залине она не входит. В общем, все, мы сейчас закончим портфолио. И... Вот я вот нарисовала. Схема маршрута. Не знаю, когда. Ой, Тома опять книжки таскает. А только сегодня все опять Тома прибирала, ровно надо. Ставила. Будешь сама убирать. Женяк. Мама. Что? Так, я тебе сказала. Саша, не трогай, пожалуйста. Не трогай. Пусть уже так будет. Ничего не сделаешь. Потому что ты, не спросясь, взяла и начала рисовать не свою портфолио. Это Саша? Подписано. Да, вот твоя. Надо всегда спрашивать, мама на это, мама на то. Ну, Саша у нас такая. Она никогда разрешения не спрашивает, ни на что. Она взяла и делает. А что так. Моя учительница скажет? Ну, так и скажете, что попутали и нарисовали неправильно. Так, ладно, продолжим, да? Мам. Папа, тебе футболка длинная, сильно какая-то. Как в шароварах. Соскучилась. Папка только пришел в бане, все там делал. Она тут аж плакала. Где папа? Все в темноте работает. Да? Ну. Вот как соскучилась. Пейте чай. Остался только не сожалению. Девчонки все поели, знаете, как хлеб с котлетой. Вкусно было? Да. Там папки хоть осталось, нет? Много. Целая каша. Алина, разлили девчонки воду там на палас. Иди сюда, иди, красавица моя. Ой, а Дарина ее обзывает. Дарька, она тебя побьет. Я люблю тебя. Плачь только. Доча, доча, иди сюда, иди. Накрасила брови. Ну, прицепились наконец со своими бровями. Чего не так в них? Ну-ка. Ну, вот так повернись. Ну, сейчас ничего. А до этого вообще были... Они у меня сами по себе черные. Я только сначала, вначале подкрашиваю. Да? Прикопались и ко мне. Они вот, вот здесь только растушеванные. Так даже видно. Так я их выщипала. Они сами по себе черные. Что, не помнишь мои брови? Ну, я тоже подщипываю. Вот. Так ты что, так пойдешь? Нет, я убрала их просто. Алина на дискотеку собирается. Там снег с дождем идут. Она на дискотеку. Ты пока дойдешь, вся промокнешь. В чем ты собралась идти? Босиком. Кроссовки? У меня после хвоста волосы. Ну? Да там же у вас все равно темно. А зачем ты тогда хвост делаешь? Я хвостик делала, когда я папе помогала. Что ты мне сейчас сказануть хочешь? Спорим, не, спорим, не подеретесь. На камеру? На камеру? Нет. А что за на камеру, да? Сразу же это. А знаешь, полетит. Как надо знать,
делала пранк. Неправда, вы не... Это вот это! Шоколадка! Где ты взяла такую? А как папа мне дал. Мне папа детям дал. Мне Сашка сделала папа такого же цвета пластилин и запекала в рот, и я чуть не съела. Что ты сказала? Что она сказала тебе? Брежнева. Ну, между прочим, кстати, Брежнева очень красивая. Нет, смотри, ей идет Алина Брежнева. Вот, Дарка, ты сегодня плакать будешь, Алинка тебя побьет. Я даже мне плакала. Это... Можешь? Идите, чай пейте. Чума не идет без щелки. Идет. Только когда отрастет маленько. Это вот сильно длинный, как-то непонятно. А закалывать мне как? А ты посмотри, как китаянки закалывают. Спасибо. А что не так? Они очень красивые девочки. А как они закалывают? Я не смотрела даже. Мне там писали в комментариях. Пусть Алина говорит, закалывает, как китаянки закалывают. Это вынеси, унеси мусор, кинь. На, уноси. Ну как быстро бежит. Ну и как они закалывают? Не смотрела я. А, я думала, ты смотришь, как они закалывают. Выкинула? Ну, думаю, моя умница. Не читай. Меньше знаешь, крепче спишь. Угу. Они ее не закалывают. Не закалывают? Они ее просто так. Посмотри сюда. Угу. Так, кота не трожь. Не трожь, ты кушаешь. Томка. Мам, знаешь, как она говорит? Угу. Так, иди чай пей вместе. Вот сейчас уронишь стул. Уронишь стул, и будет тебе больно. А я тебе потом еще добавлю. Ты слышишь за то, что не слушаешься? Томка. Посмотрите, как Алина решила. И пришла такая сразу. Смотрите, какая у нее привычка. Алиша, а покажи, как мамка всегда делает. Ты хоть замечала, как мамка делает? А как ты делаешь? Капец! Я с детства так всегда делала. Ну, так? Ладно. Нет, нет, не так, не так. Ну, даже многие зрители, наверное, знают, как я делаю руками. Хрустишь. Нет, 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 нет. Вот так вот. О, посмотрите, Дарька да? знает, как мама да? делает. Так? Да. Я умею. Но я так всегда делаю, да. Очень часто. Ну что, думаю... нормально, нет? Да, да. Вон, доча моя. На дискотеку собралась. Красота в новых носках. Я хочу себе такую же футболку. Это кофту. Я себе хочу такую же кофту и футболку. Много хочешь, мало получишь. Она у меня уже, вон где. Ну вот, вот. Можно вплетать косичку. А ну кто меня по утрам заплетать будет? Никто же не умеет. Это капец, твои волосы заплетать, Алиш. Как у Сашки. Вот прямые невозможно заплетать. Вот у Томы тоже тяжело. Все время у него петухи. Но Саньку заплетать это вообще. Вообще. А тебя? Тебя легко. И Женю легко. Немножко волосы такие, как бы, какие-то вот послушные. У Дарьки послушные. Я потому что их всегда раньше. Да и дело не в этом. Я постоянно заплетаю. А, стыда. Санька. А, я думаю, что она не бежит, она там с котом сидит. Ладно, Алина пришла, денег требует. Сегодня пятница. Дорогие зрители, сколько я даю карманных денег? На карту сейчас переведу. Да. Мама, у нее есть... Ну, я ничего не могу поделать. Карманные деньги по пятницам мы выдаем. Вот тебе будет 16 лет, тоже будешь получать. Вот столько? Папа у нас ужинает. Нет. Побольше? Ладно, пока. Оля, 2 секунды сниму только. Скажите зрителям привет. Привет, зрители. Да. Тетушка, тогда давай обувайся, выходи снимать наш ЗИЛ. И сегодня... А мы, если мы его увидим? Увидим. Сегодня все нас поздравляете, это теперь наша собственность, и мы можем тоже. Вы что, его купили? Вы его купили, что ли, или что? Я не поняла. Мы не купили, а оформили. Что, Тамар? А-а-а. Мы же серьезно решили, мы на нем уже и ездим, грузы возим. А я переживаю, думаю, как вы поедете, снег с дождем идет, но если ЗИЛ, естественно... Мама, я тоже посмотрю. Здрасте.
У нас военный вездеход, народ. Обувайся, выходи. Все, пойдем. Правда, сними. Угу. Твои зрители обалдеют. Сейчас. Мои калоши. Переобувайся, ага. Василий, если хочешь помогать, то коробку, а я сейчас притащу мешок нахуй. Мы сейчас все это в мешок. Не говори такие слова. Ой, ладно, я не сдалась. Она не матерится, но она сказала такое. Видите, сколько они у нас вещей оставляли. Набрали тут всего. И вот Вася сделал печку сегодня. Я еще не доделал. Ну вот немножко утеплял там все. Сейчас мы будем тут таскать все. Это у нас старые. Ой, тут все прибираться надо. Помогу нести. И посмотрю, что там за машина. Ой, что-то тут тащу. У нас снег идет. Ну-ка, тише. Буся! Навряд ли мы что-то увидим. Ой, насчет этого плюса я уж не знаю. Все. Не, мы ничего не увидим. У нас тут света нету. Не, ничего не видать. Это бесполезно. Он, смотри, тут даже открытый. Их Труман. Это Труман же, да? Да. Короче, не видно ничего.